Август 2013-го. Весь город тогда узнал о большой беде маленькой семьи Лапаевых. У 4-летней Машеньки диагностировали лейкоз. Родители тогда обратились с просьбой горожанам помочь им финансово. Полгода девчушка находилась в детском онкогематологическом центре Перми, где проходила уже третий курс химиотерапии. Все деньги семьи уходили на дорогостоящее лечение. Мама с дочкой месяцами лежали в больницах. Они боролись изо всех сил, потому что очень верили, что когда-нибудь все их больничные будни с капельницами закончатся. Одному Богу известно, через какие страдания и переживания прошли Лапаевы, чтобы обрести такое хрупкое, выстраданное счастье. И вот она уже, повзрослевшая, их красавица Машенька бегает, прыгает, радуется жизни. Сейчас ей 12, и она здорова. Ну, это было сложно. В 4 годика у нас болели ноги, руки. Мы не знали, что такое. Потом получилось, что лейкоз. 3 года мы лечились. В 15 году все закончилось. Ну и дай бог, я считаю, что спасибо, мы победили это, что Маша выздоровела. Самое главное для нас. Маша уже была одной из лидеров на региональном этапе и даже удостоилась чести выступить в Москве. Вот так они грандиозно проходят в столице. Напомню, всемирные игры победителей – это спортивные соревнования для детей, перенесших онкологические заболевания. Чтобы попасть на игры, необходимо пройти региональный отбор. Обычно масштабные отборочные состязания проводятся в Перми, но из-за ситуации с коронавирусом нынче организаторы приезжают к участникам сами, а волонтеры фонда «Берегиня» отправят результаты забегов в Пермь. Ожидается, что в финал всемирных игр попадут 10 из 100 детей и подростков из Прикамья. А вот еще одна участница из Березняков, Аня Гурьянова, и у нее сегодня волнительный дебют. Девочка тоже с непростой судьбой. Перенесли тяжело. Было это 4 годика Ане было, когда делали операцию в Перми. Лежали в онкологическом центре с мамой 4 месяца находились там. И после этого как бы реабилитация долгая была, год там реабилитировались. Сейчас вроде все наладилось. Что ж, пожелаем нашим девчонкам успехов. Пусть своей быстротой и ловкостью они сверкнут не только на региональном, но и всероссийском этапе игр в Москве, где получат множество невероятных эмоций. Хотя, пожалуй, самую важную победу они уже одержали. Победу над болезнью. Ольга Максименко, Виктор Абдурахманов, Кирилл Яранцев. Наши новости.